Добрый вечер, и мы снова говорим о нашем ЖКХ. Ну, сначала хотелось бы о хорошем, и вообще хочется всегда говорить это только о хорошем. Состоялся наш первый в этом году новогодний этапарад, и, наверное, уже это последнее, потому что очередной этапарад уже нашей рождественской техники будет в новом году на Рождество. Ждем новогодние вагоны. Теперь о насущных вещах. Сегодня хотелось бы говорить о санитарном состоянии нашего города, о вывозе мусора, о этих хаотично расставленных это по городу мусорных баках, что и как мы хотим с этим делать. Начали эту подготовку санитарной карты города, но помимо этого еще основные моменты, на которых хотелось бы остановиться. Ну, это первое, это наличие малых баков в частном секторе. Это то, что давно уже назрело, это то решение, которое необходимо начинать реализовывать в нашем городе, и мы начнем с Нового года, а точнее с 1 февраля. Сначала начнем в частном секторе Киевского района, а потом уже и по центру города. Мы нередко сталкиваемся с тем, что видим возле мусорных баков окна, двери, диваны и какую-то еще старую утварь, которую невозможно засунуть это в контейнер. За это можно бесконечно долго говорить, наказывать тех, кто выносит эти диваны, наказывать мусоровывозящие компании, которые их вовремя не вывозят, но это не выход. И здесь это тоже нужна система. И сейчас мы работаем над тем, чтобы всем районам города организовать места сбора этого подобного мусора, чтобы люди могли спокойно вывести и выкинуть большой габаритный мусор. И еще хотелось бы поговорить о качестве наших услуг, о качестве нашей работы. Как и театр начинается с вешалки, так и это, работа любого этого коллектива начинается с тех условий, в которых они работают. Поэтому буквально на этой неделе ЖКС, это Портофранковский, фактически полностью обновился, это по части формы одежды. Ну, во-первых, это хорошо выглядит, а во-вторых, действительно, мы уже видим на улице сотрудников ЖКС, коммунальных хозяйств, а не непонятных людей в оранжевых жилетках. На будущей неделе должен это полностью обновиться ЖКС Фонтанский и так далее по всем ЖКС. Мы уже видим на улицах совершенно новых сотрудников ЖКС. Это в том числе лицо нашего города. Это комфорт самих сотрудников. Они в тепле, они довольны, они хорошо выглядят. Я уверен, намного лучше относятся к тем обязанностям, которые должны выполнять. В дальнейшем мы на этом не остановимся, и все сотрудники ЖКС в скором будущем будут это получать новую форму. На сегодня о самом основном и самом важном все. Напоминаю, что сам веду свой Facebook. Сообщайте, пишите, максимально быстро стараюсь на все реагировать. До скорого, увидимся, как обычно, через неделю.